Дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре мы посмотрим курточку Timberland, купленную в Черную Пятницу с 60% скидкой в США и доставленную в России USPS совместно с Почтой России. Вернее, EMS Почты России. Куртка размера XL, стоимость у нее порядка $97 со скидкой. Без скидки она $250 стоит. Куртка, наверное, на лето и на весну, хотя можно, в принципе, и зимой в машину ходить. Как раз моего XL-ного размера. Ткань непромокаемая у нее должна быть. Позже проверим. С таким вот чудесным замком. Timberland всегда отличался своим качеством, уверенностью. Ну и крепкой одеждой. Такой вот замечательный подкладик, его можно отстегнуть, и куртка будет более легкая. Сшита она, конечно же, где она? Бангладеш сшита. Жители Бангладеша заработали на этой куртке баксов 5, наверное. Так вот, этот чудо-подклад можно отстегнуть и ходить без него, либо его носить отдельно, эту замечательную рукавку. Цена в России у этой куртки порядка 10-12 тысяч рублей. В Штатах она обошлась в 3 тысячи рублей. Ну, с доставкой, я думаю, можно посчитать 3,5. Замечательная цена, замечательная куртка. Покупайте через интернет, экономьте деньги. Привет!